плодово-декоративный кустарник из семейства розовых. В высоту может достигать 3 метров. Крона пышная, листва густая, зеленого цвета, блестящая. Цветы яркие, в зависимости от сорта, их оттенок может варьироваться от розового до насыщенно-малинового, вишневого, пунцового, огненно-оранжевого. Появляются они в мае. Цветение длится около 3 недель. На их месте завязываются съедобные ароматные плоды желтого цвета. Они некрупные, до 4-6 см в диаметре и весом 50-100 граммов. Эти параметры зависят от сорта растения. Чтобы растение обильно цвело и плодоносило, нельзя экономить место для него. Расстояние между кустами должно быть более 50 сантиметров. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.